Приветствую, друзья, всех. Сегодня на заглухарями, рябчиками идем. Октября. Ни грамма снежка еще не было. Но это и хорошо, на самом деле. Еще успеем по снегу походить. Сюда ходил уже, промазал был раз лед, и все. Сегодня у нас ноль и ветер, порывы ветра небольшие, но так в целом. Ага, кто-то бегал тут, а я видел, кто-то сейчас пролетел вот так сюда, то он прибежал, повернул вот сюда, вот на эти сосны. Может, кто-то и сел даже. Не знаю, то ли ворона была, то ли глухарь. Далековато было. Сейчас вот буду идти смотреть. И вот он тоже сюда что-то тут стал лазить. Потому что он далеко уже был, убежал. Никого не было, потому что это, наверное, ворона была, хотя не знаю, далеко было, не определил точно. Но в этом году, мне кажется, все-таки весна подколола, потому что меньше птицы. Я уже куда только не ходил, особо никого, даже на новое место тут одно сходил, 10 километров там прошел, никого, рябчики только. Есть протыхание, что видно, ну, птица была когда-то. Даже на свои места, вот на которые хожу, каждый вот разрыл протых, каждую купальницу вот. Потом пошел, смотрю, ну, на каждой были птицы, ну, за неделю набралось. Рябчик купался. Тут уже кто-то побольше был. Глухари бродили. Он, да, глухарь. Большая лапа. Чуть-чуть тоже разрыхлим. В шеи гоняли. Вон еще одна ямка. Полетел. Он тянет. Куда летит? Прямо далеко куда-то полетел. Сейчас сядет на сосну, точно. Вот садится. Сел на сосну. Далеко. К такому сычу не подойдешь ни с какой стороны. Сидит прямо на сосне. Где заграйка у нас? Заграй где-то там. Копошится. Посмотрим, что будет делать. Далеко. Вот сосна, видите, большая. Вот там сидит. Через семенник подойти можно, но там все равно остается еще очень приличное расстояние. Заграйку дождаться-то попробовать можно. Заграй пришел. Сейчас попробуем, если получится. Вот, может быть, его. Пока еще сидит. Не
не мог сюда до семенника долететь. Сел на отдельную сосну. Хитрец. Летел. Хотя я лесом шел, он меня не видел. В принципе, тут с этого леса-то еще чуть-чуть остается буквально. Подойти. Дернул от нас. Вот это было клево. Реванш. Загайка, иди сюда. Вот. Глухарь. Вот, заграй. Все. Уть. Нельзя. Все. Уть. Вот это было четко. В прошлый раз два раза мимо. Да. Уть, заграй. Заграй. Уть. Нельзя. Загря. Троечки стрелял. Уть. Хватит. Заграй. Нельзя. Молодец. Да. Ты тоже молодец. Оп, тихо, заграй. Тихо. Все. Все, вот и глухарек. Не прошлогодний глухарь, не этого года. Башка большая. Четко. Чуть-чуть заграй. Уч, жди. Сейчас лапку тебе черекнем. Будь заграй. Тихо, сейчас нос тебе отрежу. Вот уже отлично идем. Так, стрелял троечкой. Так, ставим другую троечку. Отыгрался за прошлый раз неудачный. Еще у нас только начало похода, так что может и еще кого-то. Сейчас дорогу пройдем, потом лесом пойдем. Ну тут такой круг у меня где-то на 4 часа ходу здесь. Больше никак не получается, лес потом нехороший идет. Куда оснащаю капканы. Сейчас вот проволочку привязывать буду. Наделал тут такие с тросика. Петельки типа петля. Сплюснул там. Узел сделал. Ну она же вроде бы как бы убиться сразу должна. Не должна сильно дергаться. Как-нибудь сюда ее будем жмать. Вот так вот, хоп, на тросик. Видно, не? Вот так, хоп. А это сюда. Это тросик за пружину. Наверное, не так надо было. По-другому. Во. Вот и там трос, и тут трос. Блин. Во. До земли не достает. Нормально. Никуда не денется. Ну, снежка будет много, все равно я буду потом закрывать их.
Готово. Идем дальше. Так, загорай куда-то пропал. Тут вот как магистраль у куниц, они всегда тут и шарятся. Я в прошлом году ходил, постоянно следы были, а у меня там капканы стояли. Думаю, нет, надо теперь и тут тоже делать. И увеличил на 6 штук вот до дома так поставил. Вот таких. У меня так-то и другие капканы стоят. Просто их потом буду заменять. Посмотрю, как на эти будут попадаться. И буду делать уже все вот такие КП-120. В Кирове их покупал. Опытом сразу взял. 30 штук. Пакет упал. Заграй кого-то залаял. Далеко. Не лает. Куница, наверное. Что-то он далеко пропал куда-то. Сейчас пойдем. Проверим. Ну как-то и перестал лаять. Непонятно, кого лаял. Лает, только дойти надо, это куница по-любому. Вряд ли птица какая-то, что далеко. Ну все как бы по маршруту нашему следованию. У нас с 15-го в Коми открывается на куницу, но это где севернее. У нас-то южнее. Я так думал, с 1 ноября буду открывать. Ну а сейчас ее, если будет, на проверочку шлепнем одну. Посмотрим вообще. Дошла, не дошла она. Я стрелял как-то 15-го. Была готова. Точно! Хотя тихо нельзя! Хотя. Так и думал, блин. Хотя глухарь поднялся тоже. Проверим ее ось. Да-да-да, молодец, молодец. Молодец, молодец. Тихо, заграй. Молодец. Сейчас глянем солонец. Ставил тут. Приходил разок лось. Сейчас посмотрим, приходил еще, нет. Еще одну осину мою погрыз тоже лось. И старый, и посвежее. Приходил. Вот туда один раз приходил. Похрумкал. Вот. И вот солонец.
Вот он его рогами чиркал. Все зачиркано. Он тут что-то ковырялся. Раскидал было немного соль. Вот тут чиркал. Ну, приходил еще раз, наверное. Ай. Тут у меня и такая, и всякая соль. Все, выбираюсь на дорогу. А он за грюнем бежит. Идем домой. У нас еще что-то один цилиндр троит там. Доехать бы. В общем, все, охота закончилась. Отлично сегодня прям прогулялся. 5 охота впустую. И одна норм. Всем хороших охот.